как решить проблему садово-огороднических товариществ, где часть жителей не желает переходить на индивидуальные приборы учета, накапливая огромные долги перед поставщиком электроэнергии. Юрий Поляков призывает найти действенные меры. Вот в этом направлении эту работу надо как-то, Игорь Владимирович, нам усилить. Это то, что касается непосредственно тех сотов, которые в районе Гастагаевской. Ну, все соты, которые у нас есть, и с которыми у нас постоянно жалобы. То есть, недоплата была, не помню, в прошлом году 4 миллиона они там не платят, потом 6 миллионов. Винить его в чем? Мы не можем. Поэтому я к вам обращаюсь, вы должны понимать, он что может сделать? То есть мы максимально собираем соты, объясняем. Людям объясняют, без учетного потребления электроэнергии, когда получают на 100 рублей, а платят 10, уже не будет. Но если не поставишь этих приборов учета, то вся эта вывод на прямые договора, он бесполезен. Проблема в брошенных сетях, считают краснодарцы. По сотам, по раскрытию, да, проблема есть, в том числе касается то, что там есть бесхозяйные сети. Вы, наверное, в курсе. Да. Да, это, конечно, проблема. Мы сейчас привлекаем сетевые организации в Краснодарском крае, которые заходят и помогают нам в этом плане, то есть принимают сети, и мы уже тогда раскрываемся. Юрий Поляков подчеркивает, решение должно устроить обе стороны – поставщика и потребителя. Зачастую людей пугает цена вопроса. Значит, надо предоставлять рассрочку на приобретение счетчиков, а не просто жестко требовать выполнения условий.